Дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности. Сотрудники управления ГУИЧС совместно с отделом надзорной деятельности провели в товариществе «Дружба» профилактический рейд. С начала года на территории дачного товарищества произошло 6 пожаров. 2 из них случились в ноябре. Причины возгорания – аварийный режим работы электрооборудования, воспламенение горючих материалов и неправильная установка печи отопления. В связи с участившимся возгораниями на дачных участках, очень много пожаров, тут за месяц уже 3-й был. И все связаны как бы не с коротким замыканием проводки, а именно с печным отоплением, которое, как говорится, жадный вдвое платит. В дачном товариществе, по словам огнеборцев, отсутствуют пожарные гидранты. На тушение возгораний здесь уходит больше времени. Поэтому профилактике уделяется особое внимание. Специалисты рассказывают дачникам о правилах безопасности и о том, как можно избежать беды. Последний раз рейд проводился в октябре этого года. Положительный эффект от данных мероприятий есть. Люди начинают относиться к соблюдению требований пожарной безопасности более внимательно. В том числе обращают особое внимание на состояние печного отопления, не оставляют без присмотра печи после покидания своих дачных участков. По словам специалистов, дачники к профилактическим мероприятиям относятся положительно и в большинстве своем правила пожарной безопасности знают. Правила пожарной безопасности везде соблюдаем. Микроволновки, печи, все выключаем, уходя из дома. В бане там все до остывания ждем, пока это там печное отопление. Ждем, пока остынет, потом уже уезжаем. Печь должна быть на определенном расстоянии от горючих материалов. Ну, естественно, без присмотра печь я не оставляю. Все выключаем и более-менее наводим порядок, чтобы ничего не горело и все. Сегодня все ответственные службы готовы к ситуациям, связанным с ликвидацией пожаров. При обнаружении возгораний жители просят сообщать в ЕДДС по телефону 112. Инна Борисова, Антон Иванов, новости Муравленко.